Это пятый юбилейный год, пятый юбилейный фестиваль. В связи с этим, конечно, он будет необыкновенным. Мы расширили состав артистов, расширили географию стран. Впервые на фестиваль будет представлен африканский континент. Израильская музыка прозвучит, без сомнения. Приедут французы. Огромное количество инструментов, музыкантов. Физические количество музыкантов больше. Мы откроем фестиваль, опять же, но это будет очень крутой номер, и там будет дух степи, выраженный в ритме. Вообще, это очень круто, что в Казахстане наконец-то культура расширяется благодаря вот подобным приглашениям разных музыкантов. Это очень-очень здорово видеть иностранных музыкантов у нас на наших сценах вживую. Это очень редкость, и благодаря вот Тенгри и этому фестивалю есть реальная возможность увидеть вживую. В этом году проект Spirit of Tengri готовит целый ряд мероприятий, как в Алма-Ате, так и в других городах Казахстана. Приходите все на The Spirit of Tengri Алматы 20-21 мая. Будем вас ждать.